Они появились здесь ночью. Техника въехала в город по улице Авроры. Дорога для нее открыта. На маршруте за час расставили постовых. Этот эшелон растянулся по дороге почти на километр. Впереди идут БТРы, за ними пушки и ракетные установки. Тяжелая техника пройдет через весь город и остановится на улице Молодогвардейской. Технику перегоняют из военной части в поселке Кряж. БТРы – последней модели. Они поступили в подразделение 3 года назад. Это вот то, что у нас сейчас на вооружении стоит наших мотострелковых бригад и артиллерийского полка. На этой технике учения проходят? Да, вот они только на этой технике вернулись с учения «Центр 2011». Ко Дню Победы нужно сделать еще перегон. Гусеничную технику повезут на специальных платформах, чтобы не повредить дорожное покрытие. Перегон прошел достаточно беспроблемно. Значит, мы прошли и мостовой переход нормально, и участок улицы Авроры, где у нас сейчас идет ремонт. Ночуют машины на Молодогвардейской. Сегодня вечером они пройдут по площади Куйбышева на репетиции парада. Любовь Коренева, Сергей Баскин, ГИС «События».